Установка КВ-5 собрана на двух соленоидных разрядниках и диодном столбе. Конденсатор 0,5 микрофарада. Кавитатор и емкость стоит на магнитной вертушке. Включаем магнитную вертушку. Включаем коллайдер водяной. Разряжаем через воду. И делаем немножко больше зазор между электродами. Примерно 4 мм. Включаем повторно. Вода помутнела, значит, состав готов. Разряжаем вначале через воду. Теперь полностью. Все. Теперь можно сливать воду.